Что ждет нашу планету в будущем? Какие рациональные действия людей могут в корне изменить ситуацию? Какие глобальные проблемы существуют сегодня и грозят необратимыми последствиями для природы и климата? На все эти серьезные темы рассуждали школьники в рамках мастер-класса. Их знания в этой области оказались весьма глубокими. Ребята предлагали свои варианты приумножения природных богатств. Подобрались и к главной теме – теме мастер-класса. Казалось бы, как использование эко-сумок может быть связано с охраной окружающей среды. Однако этот вопрос от эко-домовцев не смог ввести в заблуждение смышленых ребят. Школьники догадались. Изготовленные ими в ходе мероприятия аксессуары – это альтернатива пластиковой упаковке. Сегодня ребята изготовят экологические сумки из натурального природного материала льняного, который является природным именно для наших широт, то есть в нашей республике произрастает. И они изготовят такой экологический сорт, то есть красками, тоже абсолютно экологичными. Они нанесут рисунок и сделают такой модный экологический аксессуар. А почему именно такая возрастная категория задействована? Потому что именно в этом возрасте ребятам наиболее интересно сделать что-то своими руками, проявить какую-то инициативу, ну и они, скажем так, более восприимчивы к какой-то такой положительной экологической информации. От слов к делу. Заинтересовать и увлечь школьников организаторам действительно удалось, выбрав в качестве трафарета улыбающуюся планету, доброго мишку, бабочку или четвероногих друзей. Ребята приступили к творчеству. По словам эко-домовцев, данный мастер-класс воспринимается на ура людьми разных возрастных категорий. Захватывает сам процесс, воодушевляет результат. Эко-сумки изготавливаются из плотного экологического материала. Они износостойки, а краски безвредны. Такой полезный и креативный аксессуар востребован в повседневной жизни. В процессе творчества у участников мастер-класса была возможность обсудить актуальные экологические проблемы, заняться поиском путей улучшения экологической ситуации. А главное, появилась мотивация принимать участие в общем деле, деле сохранения окружающей среды. Не загрязнять воздух, не загрязнять воду, меньше срубать деревья, разделять расходы. Меньше загрязнять эту среду и отходы как-то перерабатывать. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.